Хей, всем здорово! Сегодня мы собрались тут, чтобы узнать, что же круче, отечественный автопром или же китайский питбайк. Давайте не будем медлить и все вместе узнаем. Вот будет сейчас первый заезд, короче. Короче, вот сейчас будет первый заезд. Готово! Давай, 3, 2. Капец! Димон сделал меня со старта, я стантанул аж. Переключать передачу очень сложно. У меня проблема. Чё? Ты видел, я вот, короче, еду, да? И как мне резко что-то вот так вот начинает вытаскивать? Ну, то есть мощность падает. Ого, странно. А я, короче, плохо слышала из-за того, что газовала. И в итоге вообще просрала старт сначала. Ты прям удачно стартанула. Ты видел, как я назад не поддела? Ну что, еще раз? Да, давай сейчас откатимся, короче, назад. И это я поставлю на охлаждение, а то у меня... Ага, хорошо, давай. Вот такой, короче, первый заезд был. Сейчас еще чуть постоим. Поехали. Сейчас постоим немножко. Стартанула я, конечно, четко. У нас еще дождь идет долбанный. Вообще, то сильнее начинается, то более слабый. Бедная камера, мне ее очень жалко. Потому что ее заливает. Вот. Сейчас еще пару заездов сделаем. А, ладно. Что ты здесь делал? Да. Ладно, ты просто останавливаешься. Хорошо. Готов? А, Димон меня сделал. Все, бороться нет смысла. Мне кажется, он не увидел финиш, полетел, короче. Я опять не услышала гудок. В общем, Димон выиграл эту гонку. Он красавчик. Я вообще не услышала гудок. Ну ты сделал мне. А? Я сильно дергался? Нет. Ты даже заметил? Нет. А что было? Опять? Ну все, погнали тогда на старт. Снимаем начало и все. Давай. Короче, народ, жига вообще топовая тема. 125-ка, конечно, может с места и сделает с нормальным водителем, а не со мной, потому что у меня опыта в дрэгах там и подобной фигни по типу
веселых стартов никогда не было. Я впервые вообще устроила эту гонку, типа, и сама участвую впервые в такой гонке на короткое расстояние. Вот, и я на самом деле была уверена, что Димон меня сделает. Он красавчик, вопросов вообще нет. Жига тянет. И 125-ка пит реально, разве что с места может его сделать. И то говорю, блин, первый раз у меня получилось, потому что у него захлебывалась жига. По итогу трех заездов у нас победил отечественный автопром. Это «Жигули семерка». Респект водителю, респект тачке. А китайский питбайк, конечно, мог только разве что вырвать в первом раунде победу. И на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всем до нового видоса!